Друзья, всем салют! Я снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня я в гостях у Алексея, который нам поведает, что такое активированный уголь и зачем он нужен. Алексей, представься, пожалуйста, нашим зрителям, кто ты, насколько ты эксперт в аквариумистике, чтобы они понимали, насколько тебе можно доверять. Я являюсь бренд-менеджером JBL в Украине. Занимаюсь аквариумистикой профессионально более 20 лет. У меня была собственная разводня, делал аквариумы, даже резал стекло самостоятельно к этим аквариумам, порядка несколько километров перерезал. Занимался разведением разной рыбы, поставлял в магазины. Занимался раскручиванием других торговых марок, сейчас занимаюсь именно торговой маркой JBL. Являюсь судьей и организатором международного конкурса по акваскейпингу. Очень интересный вопрос, на самом деле, касательно угля. Да. Много тайн, много, скажем так, скорее всего, каких-то придуманных вещей. Да, очень много. И нигде вот действительно нет информации вот собранной, чтобы можно было посмотреть, вот как мы сегодня видео записываем, посмотреть и понять, что же такое активированный уголь. И зачем он нужен в аквариуме? Ну, давай сразу разберемся. Есть вот активированный уголь, это специальный уголь, который забирает на себя определенные вещества. Это органические вещества и вещества ядовитые в аквариуме. Как правило, это соли тяжелых металлов. Он на себя может забрать. Не все. Теперь давайте разберемся. Да? Вот, уголь относится к категории химической фильтрации в аквариумистике. То есть он на себя забирает какие-то химические, да, вещества. Да. И он спасает в основном в первую очередь на старте аквариума. Потому что на старте аквариума очень много органики. То есть мы посадили растения, они стрессуют из-за реакции воды, выделяют там органику, да, там подгнивают, выделяют органику. Уголь на себя забрал. Отлично. Потому что еще бактерии не успели развиться, хотя бы надо от 14 до 30 дней, чтобы запустить все уже циклы окончательно, чтобы аквариум стабилизировался. А на начальном этапе идеальный вариант, как помощник, это уголь активированный. Самый, да, он раз забрал на себя и сделал удобно для аквариумистов. Дальше уголь очень удобен, когда вы, к примеру, пролечили рыбу, да, у вас остатки есть лекарства, а лекарства практически все убивают полезные бактерии в аквариуме, а вам после того, как вы вылечили рыбу, вам надо запустить обязательно биологическую фильтрацию, непосредственно с помощью бактерий. А чтобы их запустить заново в аквариум, надо сделать воду безопасной для них. А чтобы сделать для бактерий безопасной, от лекарства убрать его, да? Ставим уголь активированный, он на себя лекарство забрал, запускаем бактерии, они нам говорят спасибо, начинают размножаться и делают свое дело в аквариуме. То есть делать водичку кристально чистой. У меня вот сразу по ходу вопрос. Вот мы добавили лекарства, получается бактерии там полезные погибли, да? В большинстве случаев, да. А потом вот уголь их забирает, как бы получается, еще эти бактерии? Или... Нет, это заблуждение, которое придумали люди, которые не закончили школу. На самом деле, если взять органическую молекулу, которую уголь себе берет вовнутрь, да, и возьмем бактерию, которая намного больше этой молекулы, и она никак не в эту пору угля активированную, не получится и залезть. И это заблуждение просто сумасшедшее, которое придумали люди, которые, видно, не учили в школе, понимают, что в бактерии находится органика, да, и та органика намного маленькая, да, и поэтому это глупо. На самом деле уголь, бактерии полезный и вредный, не трогает абсолютно, он не может это сделать, никак абсолютно. Поэтому, не стоит этого бояться. Уголь-помощник, уголь можно ставить одновременно из биологической фильтрации, да, то есть абсолютно он как помощник является, не более того. А есть ли уголь одинаковый? Потому что, я сразу как бы второй, может, вопрос. Есть же люди используют, например, активированный уголь с аптеки, там, с противогазов. Вот есть какая-то разница вот в угле? Какие-то свойства у него разные, может. Тут давайте примем во внимание, да, и поймем. Есть активированный уголь, да. Вот его активизируют за счет какой-то определенной процедуры. А есть просто уголь, который там сожгли древесину, и все. Зола, вот уголь этот. Вот лежит. Зола не будет работать. А поры угля надо активировать.
процессом без горения, то есть без доступа кислорода. Это очень важно, потому что если мы с доступом кислорода, мы просто сжигаем древесину, волокна и так далее. И этих пор активных не будет, которые смогут работать нам в помощь. Бесполезно, в общем, так вот, получается. Есть, можно разбить приготовление угля на два процесса. Да? То есть один больше для аквариумистики, он идеален, а второй больше для других процессов. И в том числе и для аптеки используют. Так вот, для аквариумистики, чтобы сделали древесину, надо, скажем так, обуглить перегретым паром. А перегретый пар – это пар, разогретый до 600 градусов. Ну, видите, да. Дома такое сделать нельзя, будет опасно очень, да? И тогда получается, что древесина превращается в уголь без горения и активизируются поры. И вот как раз вот этот уголь, он замечателен. Да? То есть он как раз, что на себя абсорбирует те химические вещества, которые не нужны нам в аквариуме. Да? А второй момент. Есть то же самое процедуру делают, только чтобы не разогревать до 600 градусов. Это очень дорогой процесс просто получается. Да. С помощью ортофосфорной кислоты. Поливают, да? Ну, разогретой ортофосфорной кислоты. И получается, что вот как раз вот этот вот уголь, да, он применяется больше, может быть, в медицине, может быть, в дешевой какой-то фильтрации, да. Ну, фильтрация имеется в виду водоподготовки. То есть не аквариумной. Да, не аквариумной. Это более дешевый процесс, но этот уголь в аквариумистике использовать не совсем удобно. Почему? Дело в том, что ортофосфорная кислота, она повышает содержание фосфатов в аквариуме. Если вы возьмете кусочек угля, который приготовлен с помощью перегретого пара, и кусочек угля активированного, мы говорим сейчас про активированные угли, который приготовлен с помощью ортофосфорной кислоты, и просто берем и замочим в небольшой емкости дистиллированной воды, и там отдельно, две пробирочки, да, и потом берем эту водичку и замеряем на фосфаты. Так вот, то, что приготовлено с помощью ортофосфорной, загорится синим тест, да, то есть скажет, не, ребята, будем кормить черную бороду, потому что черная борода есть фосфаты. Если есть черная борода, можно с уверенностью сказать, что в аквариуме очень много фосфатов. Так вот, уголь, который будет сделан на ортофосфорной кислоте, он будет дешевый, но его в аквариумистике лучше не стоит использовать в пресной и вообще не стоит в морской. Море, я вообще знаю, о чем говорю, потому что мой первый морской аквариум был в 2005 году запущен. И в первую очередь сейчас надо понимать, да, вот есть дешевый уголь и более качественный, да, дорогой, который с помощью перегретого пара сделан. А теперь есть еще два типа угля. Сейчас я просто ремарочку сделаю. Ребят, вот вам лайфхак, как проверить, вот вы спрашивали там, как проверить уголь. Вот как Леша сказал, надо его поместить просто в водичку дистиллированной воды, а потом померить фосфаты. То есть это вам лайфхак, как проверить, пригоден, непригоден, хорош он или нет, активированный уголь. Ну, для этого надо, конечно, тест капельный на фосфаты иметь. Да, да. Ну, у многих там, многие даже еще не знают, зачем надо им, но они уже приобретают тесты. Это очень правильно. Это очень хорошо, и первый тест вообще всегда лучше иметь хотя бы pH, для того, чтобы рыбу понимать, как переводить. Да, да. Да? Но давайте вернемся к углям. А именно активированному углю в аквариумистике. Мы остановились на том, что есть приготовленный с помощью перегретого пара, то есть он идеально химически чистый активированный уголь, и приготовленный с помощью ортофосфорной кислоты. Это мы понимаем, вот лучше не использовать. Ну, да. Где его могут использовать? Я повторяюсь, да, в аптеке, может быть, такое часто бывает, и может быть, потому что ортофосфорная кислота в качестве отравление для человека даже рекомендуется, к примеру, американскими фармацевтами. Что Кока-Кола, да, грубо говоря, человек отравился, у него, грубо говоря, остановлен пищеварительный тракт или там очень сильно нарушен, а ему надо кислее сделать желудок, потому что он как бы отдавал природе, а теперь надо прокислить. И прокисляется очень хорошо ортофосфорная кислота в Кока-Коле, и плюс сахар, который там содержится в сумасшедшем количестве, это как первая энергия для человека, да, то есть как бы теплую Кока-Колу рекомендуют во время отравления, после отравления.
Да, но как бы и поэтому медицинский уголь непосредственно он может сделан быть на ортофосфорной кислоте, поэтому не экспериментируйте с медицинским углем. Его, во-первых, очень мало, и в таблеточном варианте его будет не хватать для ваших задач. Возьмите лучше аквариумный. Это реально вот баланс денег и качества и полученного результата, это самый лучший баланс. В аквариумистике много вещей стоит адекватных денег, и если посмотреть какие-то аналоги где-то в другом месте, вот сказали противогаз, да? Да. Фактически это противогаз. Может быть и тот уголь, потому что он что? Он абсорбирует уже из воздуха органические, да, ядовитые какие-то вещества, органические аэрозоли и так далее. Но фактически этот уголь-то для противогаза будет дороже. А если он лежал определенное количество лет, однозначно лежал определенное количество. Если он не был герметичен, то он, конечно же, на себя повпитывал, да, и он не такой активный, и смысл его использовать, да, то есть повторно, я бы этого не делал. Уголь на то и запечатан всегда в пакетик, чтобы он только вот ты достал. Только открыл сразу, да? Да, и лучше всего эту уголь, вот как активировать его, как заставить его быстро работать, да, достали его, поместили в специальный мешочек. Как правило, хороший производитель в аквариумистике, он берет, ложит мешочек такой для угля. Обдали кипяточком. Для чего? Ведь поры, да, вот куда он будет брать вот эту органическую молекулу, активированный уголь, он раз на себя берет. Давайте я просто разогреем кипятком, да, вот пыль угольную из-за транспортировки как раз смоем, чтобы не пугать наших рыбок или так далее. А вот уже непосредственно разогрев, мы создаем тут разряженный воздух. Активируем, и как только, да, да. Ну, он и так активен, ну, да, мы просто разряженное сделаем давление из-за высокой температуры. И как только мы опускаем воду, она 25-26 градусов, сразу же начинает затягивать моментально. То есть он моментально отрабатывает, и бывают такие случаи, когда рыба получила там отравление от чего-то, вы не понимаете от чего, берете сразу вот уголь, кипятком обдали, и сразу же прям, даже не обязательно фильтр, а прям в аквариум. Он моментально работает. То есть ему даже не надо, грубо говоря, вот, ну, чтобы через него проходила вода. То есть, ну вот я, например, когда в фильтр помещаешься, вода через него циркулирует. А если просто в аквариум, там же не такой вот поток будет вот именно возле него. И он все равно забирает. Ну, на начальном этапе, когда надо спасать рыбу, то есть можно, вот да? это первые 30 минут очень важны. Да? То есть сразу можно пустить. А потом уже ставь на себе на протоку, на фильтр и так далее. Когда время идет на секунды, грубо говоря, вот тогда да, его сразу. Да, 30 минут для спасения рыбы иногда бывает очень важно. Вот видите, ребята, вот еще вам и это реально кейс, когда я был администратором в аквариумного отдела там самого большого зоомагазина в Украине, так мы спасали иногда рыбу. И реально суммы шли на 1000 гривен, а это еще курс был там совершенно другой. И реально было вот именно так. Вот мы сразу считали, что уголь стоит столько-то, сейчас рыба упадет на столько-то тысяч гривен, сразу раз, все, спасли. Ну да, далее. Вот видите, как уголь полезен в этом. И сразу вот еще хотел спросить, как мы уже говорим про уголь из этих противогазов, просто там читал тоже, и я так был удивлен, человек утверждал, что, используя уголь, не надо подменять воду. Тут он и прав, и не прав одновременно. Объясню, почему прав, для начала. Фактически уголь, как помощник, забирает на себя органику. То, что рыба сходила в туалет, до того, как бактерии вступили, если это растворенная органика, он отлично тебя это все забрал. Сказал, ребята, не беспокойтесь, я выполняю свою работу. Хорошо, супер. То есть бактериям мало досталось еды и в принципе нормально. Да? Но тут есть еще один момент. Бактериям что-то достанется однозначно. И когда работает азотный цикл, когда окисляется аммиак, аммоний до нитрита, что высвобождается углекислый газ и падает карбонатная жесткость. Очень сильно. Если долго не подменивать воду, карбонатная жесткость через 2-3 недели очень сильно просядет и pH упадет за счет углекислого газа, который будет растворяться просто из воздуха сюда. pH так... И потом мы просто начнем чуть-чуть подменим воду, в свежей воде-то карбонатная жесткость есть. Скачок. Резкий скачок, и рыба гибнет от алкалоза, резкого перехода в щелочную реакцию. Вот, ребята, вот кто
рассказывал про подмену, вот кто использовал уголь, вот сейчас ситуация, Леша вообще рассказал четенько, кто использовал длительное время уголь, потом подменяет водичку, все взлетает и смотрите, рыба гибнет. Вот вам ситуация эта. Мы просили объяснить этот момент. Я даже этот вопрос думал попозже. Ну, Лёша вообще рассказал чётенько. Жизненные случаи. Да-да-да. А еще самое интересное, что вот тут, наверное, раскрою интересный факт. Я очень люблю компанию, которую сейчас раскручиваю, это JBL. Они единственные, кто начал задумываться, а какую древесину лучше использовать для приготовления активированного угля. Ну да, деревья там много, как бы. Да. Какая лучше и вот работает? Оказалось, что наиболее подходит два вида. Это береза и кокос. И они по-разному работают в разной воде. Смотрите, кокос, активированный уголь из кокоса, который часто используют, кстати, на водоподготовке. Осмос и так далее. Так вот, уголь из кокоса, он очень хорошо работает в кислой воде, а в щелочной, так, не очень. И работает он так, мы его активировали, к примеру, кипяточком, можно не обязательно кипятком, да, просто если вам срочно надо получить эффект, кипятком, да. И он так постепенно забирает на себя, вот у него эффективность падает, приблизительно до месяца он продолжает работать. А вот уголь из березы активированный, он как раз работает в щелочной воде и работает так, первые два дня его максимально, вот сразу он такой гоп, скачок, забирает на себя всю гадость. А может быть и органические удобрения тоже, потому что это органика. Да? Забирает, а потом потихонечку спускается до уровня абсорбции угля из кокоса. И JBL, он четко выделил, да, там две лаборатории, это серьезные экспедиции по всему миру. Они четко сказали, смотрите, активированный уголь из березы идеально подойдет морскому аквариуму и аквариумам щелочной реакции воды. Это при pH? Выше 7.0. А если вы хотите использовать, к примеру, активированный уголь в скейпах, травниках, да, все, где есть растения, где нужна кислая реакция воды, или же, к примеру, это может быть, вы работаете с просветлением воды в биотопном аквариуме Амазонки, где вы создали специально кислую среду, вот тогда вам надо использовать кокосовый уголь, кокосовый активированный уголь. И поэтому тут надо разделять. Не ложите кокосовый уголь в щелочную реакцию, к примеру, где у вас там Танганика, Малави, да, но он будет малоэффективен. Там лучше использовать активированный уголь из березы, и он будет там отлично справляться. Ведь избыток органики в щелочной воде куда более катастрофичен, чем в кислой, потому что тут получается как? Аммоний, он токсичный, а аммиак более токсичный. Многие какое-то есть поверье, что аммоний не токсичен. Нет. В свое время много ихтиопатологов об этом говорили, кто препарировал рыбу, и они показывали, вот смотрите, есть отравление от аммиака, и аммоний, он тоже токсичный, ну не так сильно, как аммиак, но он тоже токсичный. И поэтому, если много органики, да, в щелочной воде, первое исходное после органики будет появляться аммиак. Мы его запахом почувствовали, он воняет очень сильно, да, и рыба гибнет, да. А аммоний мы не почувствуем, он не пахнет. Да, но он в кислой воде, и в принципе активированный уголь из кокоса отлично с этим справится. Ну, получается, производитель, который, как бы, ну, так сказать, ничего не скрывает, он обычно указывает, из чего сделан уголь на упаковке, да? Если в описании, в паспорте, да, в паспорте продукта обязательно должен быть указан. Ну, в основном, я так понял, китайские вот эти... Ортофосфорная кислота. Я очень много встречался с китайским углем. Даже написано for marine aquarium, да, то есть для морской аквариумистики.
Ты его просто замачиваешь в дистиллированной воде, потом эту водичку меришь на фосфаты, она просто там завышена, да, у тебя фосфаты. Такой уголь нельзя использовать. Да. То есть, наоборот, вред. И, скорее всего, я делаю вывод, что там, скорее всего, даже и кокос был, который не оптимален для морского аквариума. Там лучше использовать березовый активированный уголь. То есть, получается, человек, который, ну, я так уже понимаю, что есть группа людей, которые не доверяют углю в связи с тем, что вот они, у них, например, и так фосфатов много, они еще купили дешевый уголь, да, его положили, а фосфатов еще больше пошло, да? И из-за этого, как бы, люди там, расстраиваются. Если фосфатов много, то там уголь не особо не испортит ситуацию. Например, человек хочет, чтобы у него, наоборот, все позабирало, что у него там и водоросли, не, и все. Уголь фосфаты не забирает. Не заберет, не да? Заберет. Не, ну, если бы он забирал бы, то тогда бы не было проблем с фосфатами от угля, который приготовлен из сорта фосфорной кислоты, да, то есть он не забирает фосфаты. Угу. Для этого есть другие абсорбенты, есть химические абсорбенты, есть препараты, которые все собирают этот фосфат и осаждают, ну, как правило, из органических соединений железа сделаны. Угу. И, соответственно, ну, там какая задача, так и будет реализована. Есть еще часто, я встречаю, когда видно, что человек попросту не учился по химии в школе, часто говорят, что уголь что-то возвращает. Да, уголь никому фильтра, ничего не должен, он никому ничего не возвращает. На самом деле это заблуждение, в свое время не смогли просто, наверное, неопытные аквариумисты объяснить, объясняя, что происходит. Да? Уголь на себя мы же активировали на заводе, поры, да, у него вот стало много пор, которые он стал активным, да, активированным углем, он на себя забирает всю органику, забирает цветность воды, вот, к примеру, от коряшки, да, забирать может и органические удобрения, поэтому надо вот микрокомплекс особенно, да, то есть надо внимательно относиться к этому. То он на себя это все забрал. А что дальше происходит? Все он забрал, зафиксировал молекулы, они дальше не, от него не уходят. Все. Как правило, вот уголь лучше всего до месяца использовать. Вот месяц использовали, выбросили, поставили новый. Смотря какие у вас задачи. Если он у вас стоял на старте, забирал на себя основной удар по органике, потом бактерии развились, пошли работать, то в принципе можно уже не пользоваться углем. Но если вам, у вас там щелочная вода там, и требования по качеству воды, да, там рыба более чувствительная, то да, пусть он у вас стоит и просто периодически раз в месяц его меняйте, а хуже от этого вам не будет. Вопрос просто, что будет, а если его не менять? Да, только, да? Во-первых, там получается две вещи. Первое – это заблуждение. Какое? Смотрите. Если уголь стоял, он на себя забирал проблему, правильно? Вот через месяц приблизительно он закончил работу. Перестал работать. А проблема-то, тыдынь-тыдынь, продолжает работать. И такой бах, какой-то сюрприз вам выбросило, к примеру, там вспышку аммиака, да? То есть много рыбу кормили, она выделяла органику, уголь на себя часть эту органику забирал, часть бактерий, уголь закончился, а бактерии тут говорят, мы не справляемся, ребята, тут очень много корма вы даете, мы не успеваем вам переваривать это все. И все это бабах в аммиак. И, соответственно, рыба погибла. А человек же думает, ой, да, уголь да, что-то прямо обратно вернул. А на самом деле он прекратил свою работу, спасать ситуацию, надо было на замену выпустить ему. Это первый момент. Второй момент, если уголь положить во внешний фильтр, сейчас просто пример, не обязательно, он может быть и внутренним стоять. Вот если он месяца два простоит, его вынить, и на нем какая-то зеленая слизь появилась, и такая воняет неприятно. Что же это такое? Так вот, ребята, это цианобактерии, которые могут фотосинтезировать, да, то есть от цвета расти и развиваться, а могут еще и кушать органику. Они отлично, они любят органику. Они вообще говорят, о, отлично. Спасибо. Да, спасибо. Так вот, получилось как? Уголь-то на себя эту всю органику забрал. Он забирал до последнего момента, до последней активной поры, да? А потом бактерия прибежала и тут
вот если там постараться выгрызть эту органику у него, да, то в принципе я еще неплохо буду себя чувствовать. И вот они обволакивают этот уголь и начинают оттуда выгрызать, что могут, и развиваться. И через месяца два мы достаем, и вот эта зеленая сопля, да, она вонючая, неприятная. И человек опять подумает, ой, уголь что-то выдал. Да, хотя на самом деле это просто были цианобактерии, которые сели на органику и сказали спасибо, ребята, что вы не убираете уголь на протяжении двух месяцев и более. Вот и в принципе два основных заблуждения. Из этого простое правило. Уголь работает максимум месяц. Все. Потом меняйте. Да, меняйте или просто выбросили, смотря какая у вас задача. Можно ли уголь активированный применять в травмике? Вот как раз мы сейчас коснулись. Да, на определенном этапе не то, что можно, а я настоятельно рекомендую применять уголь. Почему? Смотрите, вы когда запускаете либо травник, либо акваскейп, у вас растения могут прийти, к примеру, с эмерсной формы, да, то есть, которую над водой выращивали в тепличке, да, опустили вниз, они переходят, да, в субэмерсную форму, выделяют много органики, а именно фитоциды, да, то есть во время роста фитоциды выделяют. Надо понимать, что полный цикл всех бактерий, которые нам необходимы, да, они развиваются кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в среднем это месяц. Вот месяц, чтобы все отлично развились. И на первом этапе растениям микрокомплекс особо не нужен, да, в таком, как мы подаем там жидкий вариант. А вот избыток органики, который получается на старте, а бактерии еще не готовы это переварить, вот тогда уголь необходим просто. Хороший, и поможет, он поможет. Потому что как акваскипы запускают? Это же форсированный травник фактически, А почему они его подменивают там первые 10 дней, несколько, чуть ли не каждый день или через день? Органику забирают. Если вы не готовы бегать с ведрами, поставьте уголь, он это все отлично на себя заберет. Вот отчасти, там помните, человек говорил, что можно не подменивать воду, если уголь стоит? Только неделя. Но неделю, раз в неделю надо подменить воду все равно. Потом все равно подменить. Ну, стабилизировать карбонатную жесткость и так далее. Освежение воды это всегда очень хорошо. Чем больше подменить, тем лучше. И вот мы приходим к тому, что первые неделю-две в акваскейпе, в травнике поставьте уголь. Он заберет все те процессы, там где растение начало подгнивать, выделять и так далее. Он на себя это заберет. Дальше это будут уже делать бактерии. Но в первые две недели помогите им, они еще не готовы к такому большому стрессу растений. Ведь когда вы пересаживаете растения из одного в другой аквариум, они же не сразу начинают расти. Да. Растения начинают сразу, если у вас pH 1 к 1 было. То есть, к примеру, у меня было 6,2, и у тебя было 6,2. Ты принес, поставил все растение, окей, хорошо. А многие просто не учитывают, что этот переход по pH, и грубо говоря, ой, там даже не меряет никогда в жизни человек, там, понимаешь, выращивает растение. А ты если померишь, у него 5-0, ты приносишь у себя в 6-2 садишь, у тебя растение обсыпается попросту. А потом начинает восстанавливать. Так вот, она обсыпается, выделяет органику много. И точно так же ты купил, иногда бывает с многих источников растения, они с разным pH были. Ты их ставишь, они подгнивают, они адаптируются. Растения очень живучие, они адаптируются, если не умрут. И в результате, пока этот процесс происходит, выброс органики большой. Поэтому вам надо будет попросту помощник. Либо вы бегаете, подмениваете воду. Отличный вариант. А если не хотите бегать, поставьте уголь. Он стоит этих денег. Будь то косовый, приготовленный на перегретом паре, да, будь то активированный уголь из березы, тоже приготовленный на перегретом паре. Вот почему производители всегда в фильтры, да, вкладывают уголь. Чтобы это человек... глупо. Глупо? Да. Почему? Почему? Дело в том, что, вот, к примеру, если я захочу себе обновить внешний фильтр. Вот у меня и там стоит, да? Вот я хочу более тихий себе поставить, да? И вот более удобно поставить его запараллелить, два вместе работают. И первые две недельки, чтобы новый поработал с помощником. Ну да. И мне сейчас тут уголь не нужен. Фактически почему? Потому что я вношу микрокомплекс. Микрокомплекс органический, а уголь тогда его может съесть попросту. Это будет неправильно. Поэтому это раз. И второй момент.
Обратим внимание, что те, кто лужит уголь, производители, угу. это, как правило, не супер премиум сегмент. Угу. Почему? Они не герметизируют этот уголь. Он угу. лежит у них так. Ну да. И фактически, так он как это забрал. Не супер премиум да, сегмент, где-то пластик имел какой-то запах, угу. да? Он как что-то давал, а уголь говорит, ну я ж выполняю свою роль, и всю органику на себя, все запахи неприятные тоже на себя. И фактически аквариумист получает что? Да, он получает, пластмасса не пахнет, нет, не пахнет, ну, отлично, да, да. но уголь уже не рабочий. Уголь, да. да, ну может быть не такой эффективный. Поэтому я считаю, что правильный подход угу. любого производителя это отдельно продавать уголь. Ведь тут же какой, ну, если просто кинуть задачи, уголь, ой, ну, мы там положили по маркетингу, у нас укомплектованный. Нет, ребята, а если у меня щелочная вода, вы мне должны березовый положить. А если у меня кислая вода, вы мне не березовый, вы мне по кокосовый уголь mm-hmm. положите. Да? Ну, и что, понял, получается, да, надо продавать фильтра. Это для кислой воды фильтр, это для щелочной. Глупо. Правильно, это когда, скажем так, продается отдельно. Mm-hmm. А вот сразу же вопрос из этого. Уголь отработал. Mm-hmm. Вот чем лучше заменить его контейнер, например, после использования? Ну, если вот, например, у меня задача дальше уголь не стоит использовать. Биология, да. Кольца, бактерии там, это вообще, самое важное, то, что вы можете сделать в аквариуме. Да. Потому что никакая механическая фильтрация не даст кристально чистой воды, как сделает это просто колония бактерий разнообразных. Они сделают максимально кристально чистую воду. Теперь еще вопрос. По поводу водоподготовки, и там часто используется уголь активированный. Ну, такие mm-hmm. колбы там получаются, mm-hmm. и там используется вот этот уголь. Его вообще стоит использовать, есть от него толк или нет, там же как бы напор идет, воды достаточно большой, успевает ли этот уголь что-то взять, или это так? Давай поправьте, да. В большинстве своих случаев этот уголь из кокоса, чтобы долго работать, там же пишут, там поменяйте через 3 месяца, да. не пишут поменяйте через месяц, а для такой длительной работы уголь должен быть сделан из кокоса. Угу. И я же объяснил, что в принципе в щелочной реакции воды он не оптимален. Угу. И второй момент, то, что он может давать чуть-чуть фосфатов, на человеческий организм это практически никак не сильно. Угу. Не влияет в негативную сторону, там может быть, если уже очень много, то да, угу. но а может быть и шалить, вы же посмотрите, что там так много угля, он какой дешевый. Да, да. Вот в аквариумистике у вас, как правило, ну, одно плечо, это дистрибьюция, да, то есть, угу. Кто-то один зарабатывает за то, чтобы вам довести, там, приготовить это все с пакетом документов и продать в аквариумистике. Аквариумные товары дешевле выходят. А те, которые фильтрами занимаются, угу. там уголь, если такого же класса будет, он будет дороже на порядок. Угу. Потому что доходит к конечному потребителю через несколько ступеней. Угу. И поэтому, ну, как бы я и говорю, что в аквариумистике часто бывает, что стоимость продукта аналогичного, mm-hmm. она будет дешевле. Дешевле. Да. Поэтому, ну, я понимаю, что не стоит его как бы использовать, это более, ну, как бы такое... Просто многие утверждают, что вот если поставить, например, картридж, ну, вот эта блондинка, когда mm-hmm. картридж там на 10, на 5 микрон, и потом уголь, типа вода там будет вообще... Ну, насчет картриджа механики в 1 микрон, если уже ставят, mm-hmm. то 1 микрон, на хорошую помпу mm-hmm. водомет, будет механику он на себя забирает так, отлично. Хорошо, то есть да. за сутки, двое, все, выбросил картридж. Я сейчас чуть-чуть это поясню. Когда вода не в аквариуме уже, а только она подается. Вот водоподготовка. Да, вот с крана вот берет человек, например, заливает воду. Уголь не успеет все словить. Я как бы думаю, что ну, при таком количестве воды, ну, напое, как бы он просто... Ну, во-первых, там два фактора. Он не успеет словить абсолютно верно из-за большого напора. А второй момент, тут надо не забывать, что вы же не будете ставить уголь
на одну водоподготовку, да, то есть один раз залить аквариум, вы его еще используете, его эффективность падает и падает. А мы уже в аквариумистике уяснили, что, к примеру, 200 грамм угля, ну, в среднем так советуют производители, 200-400 в зависимости от типа производителя, они советуются на 200 литров воды. Да, ну, приблизительно, 200-400. Там, да, там, в зависимости от структуры угля, от количества пор, там, сам производитель высчитывает оптимальное значение. Вопрос просто стоит, что вот этот фильтрационный уголь, он предназначен для водоподготовки перед системами осмоса, потому что мембрана просто разрушается от хлорамина, гипохлорита, натрия, чем дезинфицируют воду. А если уголь на себя не заберет весь хлор, то будет страдать мембрана. И в данном случае в остальных направлениях там цветность воды снижается немного, но он не так идеально обрабатывает. Там надо достаточно большой запас угля тогда ставить, чтобы готовить так воду. Но в данном случае я советую всегда для профилактики пользоваться кондиционерами для подготовки воды. Если вы используете, там, к примеру, жесткую воду, я, к примеру, готовлю там осмос, полностью обнуляю воду, у меня стоит реминерализатор, я восстанавливаю, я ее сам собираю, эту воду. Потому что я так хожу, да, у меня просто очень жесткая вода из-под крана, и, соответственно, я ее собираю с нуля. Так удобнее, потому что я контролирую, я знаю процесс. Видите, да, друзья? Перерос. Да. Лёш, скажи, пожалуйста, а можно ли уголь использовать повторно? Вот, например, он у меня там месяц отработал, я его вытянул, как советую, там промыл, там, может, там кипяточком или там откисать его поставил, там месяц он пооткисал и снова его положил. Он будет работать или нет? Ну, во-первых, наверное, первый момент раскрыть, промыть. Уголь надо ставить всегда уже после механической фильтрации, чтобы на него сама механическая взвесь не попадала, максимально чистая вода попадала, чтобы он выполнял свою работу, абсорбировал да, там, органику и так далее. Это раз. Второй момент, мы уже поняли, что он забирает свои активные поры, органические молекулы, и все, он обратно их не отдает. И процесс приготовления этого угля, то есть активирование его, да, это высокотехнологический процесс, это 600 градусов пар, это сумасшедшее давление, это обязательно герметичная емкость, потому что ну, нельзя, чтобы доступ кислорода имел во время активизации древесины, да. И ну, в домашних условиях приготовить уголь невозможно. Дальше его восстановить невозможно. Ну, не тратьте свое время, нервы и так далее. Дешевле просто взять и купить новый хороший уголь под ваши задачи. То есть либо активированный уголь из кокоса, либо активированный уголь из непосредственно березы. Тут лучше, скажем так, распределять. Есть просто иногда вещи, на которые лучше не тратить свое время, а получать удовольствие от аквариума. Ну, тем более, они бесполезны. Видите, друзья, то, что вы отмоете уголь там, от слизи, это вам абсолютно ничего не даст. Он дальше работает. Кстати, вот слизь – это бактерия. Ну, то есть, бактерию он не потребляет еще раз. Да, еще и хуже получается вы сделаете. Важный момент, наверное, тут мини-рекламу, но чтобы легче да, ориентироваться людям было. К примеру, в компании JBL есть распределение на кокосовый уголь и на березовый уголь. У них есть два абсорбента из угля. Он называется один карбон-актив. Это получается из кокоса приготовленный активированный уголь. И карбон-ультра. Это приготовленный уголь из березы. То есть ультрабереза, да, а актив это кокос. И там, если на обратной стороне посмотреть на упаковочке, там даже есть графики, вы увидите, да, там раз и медленно пошел, это кокос. Скачок активности и потом на снижение, это береза. Все очень удобно, кстати. Ну да. А ну и давай так подытожим, Малёха. И скажи, пожалуйста, в каких случаях применять надо уголь в аквариуме? Но для начала давай, по крайней мере, посмотрим, какие аквариумы. Морской,
Ну, я всегда за то, чтобы были максимальное количество биологической фильтрации. На начальном этапе уголь лучше ставить. Когда происходит, к примеру, очень много мягких кораллов, они часто очень много органики сами и угу. потребляют, и дают. И я бы все-таки использовал дополнительно уголь угу. как абсорбент. Когда, к примеру, рыбный аквариум морской, угу. тоже абсорбент уголь это must have, то есть обязательно. Угу. Дальше мы идем пресный аквариум. Да. Там, по крайней мере, хотя бы 5 типов оформления надо проговорить. Первый это классический, там, тропический, да, угу. там, где мелкие рыбки, растения, да. коряшки. Нужен уголь? Да. Во-первых, уголь нужен для того, чтобы под коряжек убирать светлость. Это раз. Второй момент. Растения растут, выделяют фитоциды. Угу. Тоже органика. Или вы подмениваете тоже. Много. Да, угу. там, где растения, там подмена должна быть 40%. Это идеально для того, чтобы убрать органику угу. и продолжали, чтобы все расти и хорошо себя чувствовать. То есть уже тропический рекомендуется все-таки уголь. Угу. Дальше. Акваскейп на начальном этапе однозначно. И опять же, как бы мы понимаем, да, можно обойтись без угля. В большинстве случаев вполне, но придется бегать, подменивать ну, да, воду. Да. Да? Но мы правило раз в неделю подмени воду не отменяем. Будь у вас уголь или нет, он все равно это правило должно оставаться. Следующий аквариум у нас каменистый для цихлид, угу. где практически нет растений или вообще нет. Ну, да, то есть да. там в основном цихлиды будут из Африки. Это Малави, Танганика, к примеру, та же королева Танганики, фронтозы, да, угу. очень любимые всеми. Да, да, это, да. это такие рыбки, которые много едят, соответственно, много что входит в туалет. Да, и выделяют еще и сами органику во время да, там, жизнедеятельных угу. процессов. И тут-то как раз эта органика, она ударит и даст аммиак впоследствии. Mm-hmm. Уголь настоятельно рекомендую. Mm-hmm. Вот там, где цихлидник, уголь это спасение очень хорошее. Следующим аквариум у нас идет с золотыми рыбками. Oh, да, да это те поросята. Да. Вернее, даже я неправильно сказал. Это не поросята, это большие коровы. Потому что поросята это всеядные, а вот коровы, они растительноядные. Да? Mm-hmm. Так вот, золотая рыбка это стопроцентная корова. Она mm-hmm. много ест растительного состава и, соответственно, много ходит в туалет. И практически все владельцы золотых рыбок их перекармливают, да, то есть да, очень да. много органики и получается. Голодный. А нужен ли уголь в аквариуме с золотыми рыбками? Да, чтобы органику забирать, потому что все-таки не забываем, что золотая рыбка это родственник карася, самый настоящий, да, ну, это да, карасиус, да. это есть подразделение карасей, а это все-таки слабощелочная вода. Угу. То есть все-таки уголь ну, да, там рекомендуется. Да. Ну и кого я не объявил, по-моему, у нас остались аквариумы для петушков, да? Да, очень да, популярные. Да. Но смотрите, тут политика, скажем так, основная в чем. Если вы хотите радоваться рыбкой, дайте им нормальные условия. И я заметил, что многие производители для петушков аквариумы от 10 литров делают. И если это аквариум для новичка, мне очень нравится их подход. Там идет фильтрационный синтопон, и внутри идет уголь. Да, 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 да. Да, и это очень классно, потому что, опять же, рыбка, как правило, ее садят одну. Да. да. Вряд ли есть соседи. И ее часто перекармливают, угу. потому что очень трудно понять, сколько ему необходимо. Да, да. да и он такой еще... А я, может быть, сейчас поем, да, а да, может да, быть, да. не поем и так далее. Поэтому уголь с аквариумами для петушков – это классная вещь, потому что это помощник для аквариумиста. Там проще, да, этот катарш не, да. не моешь, его просто взял, выкинул, новый поставил, просто рыба довольная и все. И, кстати, вот тут часто есть различия содержания вообще аквариумистики. Если посмотреть на европейский стиль содержания аквариума, mm-hmm. он больше ориентирован на бактерии. Mm-hmm. Да, то есть вот бактерии, да, все да. максимальная фильтрация за счет бактерий. Это может быть и морской аквариум, это может быть и пресный аквариум. Mm-hmm. Есть американский стиль,
где у них все абсорбенты, там не только уголь есть, там, там все, вот морской аквариум обязательно, чик уголь ставят, чик, к примеру, пресный аквариум обязательно уголь, для них сменный картридж это норма. Вот. И я бы определил бы тут два стиля. Кто основные покупатели аквариумного угля являются? Американцы, у них просто стиль содержания такой. Это нормально, это, ну, как бы правило, 80% так вот и содержат. 20% могут содержать по-другому. Вот у нас больше 80% аквариумистов, даже, наверное, 90%, да, они ориентированы на европейский стиль содержания, максимально бактерии, все для того, чтобы природно и так далее. А американцы, они проще, они живут на широкую ногу. Я хочу кристально чистую воду. Вот, пожалуйста, картридж. Раз, два, три, четыре. Потом выбросил картридж, новую поставил. Да. Еще вот по ходу вот у меня сразу вопрос возник. Как понять, что уголь отработал? Ну вот мы сейчас проговорили и про золотых рыбок, и, например, там про каких-то обычных вот, аквариум, где небольшое население. Ну, детектора угля никакого нет, да? То есть, грубо говоря, ну, месяц там подержался. До месяца, да. Но если в аквариуме было все плохо, это неделя он на себя, особенно березовый, он на себя всю ударную волну взял. Ну да, просто я же к тому, что, например, золотые-то, они более такие, как бы там... Ну, во-первых, как бы... Где есть золотая рыба, там ниже температура, процессы меньше, ну, да. Соответственно, я бы тогда бы в любом случае 2 месяца держал. Он постепенно бы добирал бы на себя, и при обновлении угля, то человек сразу бы замечал бы более чистую воду. Да. Разница была бы визуально. Ну, опять же, где золотая рыбка, там подмена хотя бы 30-35%. Остальное, например, тропический аквариум, это... достаточно 20 даже процентов. Ну, мы не говорим про маленькие аквариумы, где там надо чаще и больше подменить. Да. Ну вот, друзья, пожалуй, все рассказал Леша нам про уголь, этот активирован. Теперь, я надеюсь, никаких вопросов у вас не возникнет. Если возникнут, то пишите их в комментариях под видео. Либо Леша сам ответит там в комментариях, либо мы запишем еще какое-нибудь видео, где еще, может, на какие-то нюансы обратим ваше внимание. Ну, если интересны какие-то темы, то если интересно было интервью со мной, я готов с радостью всегда раскрыть и поделиться информацией, которую собирал на протяжении 20 лет на практике, по большей части. И теория, потому что все-таки проходил стажировку за границей, и могу уже рассказать даже, как там происходит и почему так это делается. Я думаю, что зрителям будет интересно, потому что, поверьте, друзья, ну, на территории Украины, как бы, Леша знает очень много людей. Я не знаю, как на территории России, вот, кстати, можете написать, кто знает из России Лешу. Поэтому там опыта, там информации у Леши в голове столько, что рассказывайте. Ну, конечно же, для поддержки поставьте пальчики вверх под этим видео. Также, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Поделитесь, если не сложно вам, этим видео у себя на страничках в социальных сетях. И также порекомендуйте вот тем людям, которые заблуждаются по поводу активированного угля. Вот дайте, посмотрите и скажите, вот посмотри и изучай, вникай, чтобы ты разобрался, что к чему. Ну все, желаю вам прекраснейшего настроения и всех благ. До новых встреч. Пока-пока.